Добрый день, с вами был Хэт, и сегодня я вам покажу видео одного из ютуберов, что слили. Это дробовик. Поворачивается. Довольно мощный рейк, он как бы по радиусу бьет. Не знаю, как по мне, но, ну, он не ахти. Дальше у нас идет типа арбалета со взрывными стрелами. Через пару секунд они взрываются. Мой, как видно на видео. Дальше у нас идет наш любимый гарпун, который все ждут. С помощью него можно будет так прикреплять противника, либо союзника. И, ну, если ваша машина не мощная, то хотя бы вот так таскать. Как видите. А это у нас замена нашего драгора. Она бросается, так называем, горючим. И все поджигает в радиусе. Как мандрагора у нас прицел. Я думаю, с этого оружия все уже захотели пострелять. Мне оно тоже зашло. Кайфовая вещь. Хорошо подогревает. А это у нас курсовой огнемет. Легендарный. Зато они реликтовые. Как видите, немного двигать им можно, ну, все равно. Вот, опять же, бомбы. Тоже легендарная вещь из новой фракции. О, взрывные колеса и что-то такое. Это дрон, который будет стрелять по колесам, ну и по самой машине. Видите, довольно быстрая вещь, и у него два пулемета. И они очень быстро перемещаются, это капец как перемещается. Надеюсь, это все сделает, пофиксит и так далее. Но это перебор, вы видите. Какую-то стая летающих тарелок окружила машину выжившего. А это то, что перезаряжает оружие. Хотели вести к детям рассвета, но все-таки не сделали. Видите, сразу два выстрела сделала. Ладно, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока! А, и на оригинал будет ссылка в описании.